Друзья, всем привет! Я нахожусь в центре Екатеринбурга, возле дома правительства на реке Исеть. Проезжая очередной раз по центру, я видел, что сидят у плотины рыбаки. Мне стало ужасно любопытно, что они в центре Екатеринбурга здесь сидят, ловят. Поэтому я сейчас нахожусь здесь и иду смотреть, проверять, что они там делают, чем занимаются. Сегодня воскресенье, ну и все равно с парковками очень сложно, еле запарковался. И тем не менее, с вами лучший день, и мы идем на наше исследование. Вон, еще палаточка стоит. Сидит там рыболов. Стадион Динамо. Высоцкий вообще это всюду торчит. Пойдем поближе к этой палатке. Спускаюсь везде по ступенечкам. Иду по натоптанной тропиночке. Вот как раз я вдоль этой тропиночки сейчас и буду буриться. Бурить луночки. На местах старых лунок. Вот как раз одно из них. Началась стандартная процедура. Сесться поудобней. Лунки просверлил. Лед хоть и толстый, но бурится легко. Не слоистый. Бурится легко. Пробил я к середине реки. Через 20 метров каждые 5 лунок. Вот и начиная с первой облавливать. С погодой сегодня здорово повезло. На улице минус 10 градусов, светит солнышко. И так непривычно, необычно ходят кругом люди. Катаются мимо меня вон на лыжах спортсмены. Сегодня еще воскресенье, и многие вышли просто прогуляться, отдыхают. Ну, а мы удовлетворим наше любопытство. То есть начинаю я облов стандартно. Дробинка, удочка, балалайка. Подсаживаю мотыля. И сейчас посмотрим, сколько здесь. Ветра практически нет. Блин, уже 4 метра. Оп. Почти 5 метров, господа. Почти 5 метров. В общем-то, рядом с берегом, ну, практически 5 метров. Начинаем пробовать на подъем. Я говорю, вон рыболовы сидят с палатками. Ну что они здесь сидят? Конечно, здесь в центре Екатеринбурга рыбёху брать
Не буду, так? Если вдруг, может быть, кошки маленечко привезу. Прикормку никакую не привез, как-то не заморачиваюсь, так проведу время, отдохну. О, у храма на крови как бьют колокола, не знаю, слышно, не слышно будет. Вторая лунка, на первой я поклевочку так и не дождался, здесь поглубже. Здесь уже около 6 метров. Мужчина из автобуса увидел, что я здесь сижу, и вышел узнать, как рыбалка. Он здесь рядышком живет и частенько здесь сидит, рассказывает о том, что ловит здесь ёршика. Но я пока никаких ёршиков не видел, вообще ни одного поклевочки еще не видел, хотя сижу я еще недолышко. Пробегусь по своим луночкам, не будет, пойду сверлить дальше в сторону, может быть, и найду я где-нибудь активных рыбешек. Вот она, последняя, пятая луночка. Поклевок я что-то так и не увидел. Поэтому я думаю, сейчас кофе попью и буду смещаться в сторону. Раз никаких тычков не было, значит, здесь активной рыбы нет. А может, ее нет вообще никакой. Вот так вот. Лунок, результата нет. А главное, много зрителей подходят, особенно с детьми, посмотреть, как рыбка ловится, а тебе неудобно, что ты сидишь такой весь рыбак и не можешь, и нет, ну, рыбки не поймал, ну не клюет, ну что ты сделаешь. Собираюсь и буду смещаться. Буду смещаться туда, где рекомендовал мужчина, местный рыболов. Это вот туда, к этим вот шарам, поближе к набережной. Видно, не видно. Солнышко сегодня светит, потрясающе. Ладно, благо переместиться нам 5 минут. Сместился в сторону. Новые луночки, 5 штук пробил. Но я не знаю, в какой глубине, 2 метра, говорил мужичок. Глубина та же. 5 метров. И вот вторая лунка, поклевок все еще нет. То есть я подозреваю, что тоже все зря. Никакая рыба здесь меня не ждет. Но посмотрим, это вторая лунка из 5. Результата не будет. Пойду тоже смещаться. Еще. Че высиживать-то? То есть рыбалочка сегодня такая спортивная, трудовая. Тишина. Подходил сейчас чувачок.
хочет приобщиться тоже, говорит, к зимней рыбалке, летом всегда рыбачит. Спрашивал, как снасть устроена. И нарассказывал невероятных историй. Он здесь рыбачит, говорит, летом. Окунь, щука, чебак, лещ, судак, толстолобик, карп. Все это, говорит, здесь ловится, офигеть. Вот сейчас вот как безрезультатная рыбалка такая какая-то. Только лунок насверлил. Хожу по ним, тычка не вижу, перемещаюсь только. Но летом обязательно попробую. Обязательно у нас состоится выпуск с летней рыбалкой. Здесь с плотины. Уж очень эти истории все будоражат. Ну нету, ну нифига, вообще тишина, даже нигде не шевельнет. Это четвертая лунка уже в новом месте. Ну что, вот 5 лунок обловил в новом местечке. И нету даже намека никакого, что здесь существует вообще рыба. Ничего не поймал. Даже поклевок, шевеленок всяких не видел. А вот. На что сегодня валить? Январь, глухозимье. Солнечная сильно погода. Или то, что я в центре Екатеринбурга. Не знаю, на что свалить. А если серьезно, все равно нужны в каждом, у каждого водоема нужны какие-то определенные знания. Минимальные, то есть там рельеф, еще что-то, возможные места скопления рыбы. Может быть, я просто в этом ошибаюсь и сверлюсь не там. Ну, в общем, ни одной поклевочки. Никаких намеков на рыбу я не видел. Что делаем? Что делаем? Меняем место. Меняем место дислокации опять. Сейчас пойду. Снова буриться. Оп. Вариантов других нету. Что вот у меня третье место уже. Третье место. И что, пятая лунка. Никаких поклевочек. Поклевок так и не видел. Поэтому думаю, сейчас кофе допиваю. Курю, да. И двигаюсь уже, пора в сторону дома. Эксперимент провел. Так и не понял, что здесь рыбаки сидят. Наверное, просто... Ну, не смог понять, не смог найти рыбу, может, она здесь все-таки есть. Ну, все-таки атмосфера здесь совсем иная, не такая, как на рыбалке. Толпа ребятишек вон там запускает самолеты, видимо, авиамодели какие-то пускают, жужжат. Кругом прогуливаются люди с детьми, то есть, ну, центр города, одним словом. В любом случае, день, проведенный на рыбалке, это лучший день. Хоть я ничего не поймал, а у поездки нисколечко не жалею. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Ставьте лайки, классы, комментируйте. Всем удачи, с вами был лучший день.
Пока.